А вы знали, что есть способ узнать, что ваши друзья думают о вас на самом деле? Открываем приложение GetContact и смотрим, как вы записаны у них в телефоне. И знаете, я такого начиталась, сейчас расскажу. Начнем с хорошего, но это ожидаемо, так я записана у всех моих прекрасных клиентов. Ну и, конечно, мои дорогие подружки, они уж точно не могли записать меня плохо. Надеюсь, дальше это не они. А вот это уже странно, я не помню, когда последний раз была на свидании с кем-то незнакомым. Но лучше не говорите моему парню. Это тоже мне непонятно, что за Никита. И почему вообще такой смайлик? Ну, это вообще без комментариев. А это фамилии моих подруг, неужели кто-то не может нас отличить? Ну что, мой макияж готов, а вы скорее проверьте своих друзей через GetContact, ссылку найдете в шапке.